Вы здесь уже увидели и еще, возможно, увидите. Вот наше основное оружие, которое позволяет нам работать достаточно быстро, выигрывать чемпионаты мирового уровня. Я могу сказать, что российская школа резьбы в мире котируется очень высоко и хорошо. И вот для работы над этим парком были приглашены действительно лучшие ребята, которые выигрывали международные соревнования. Ну, допустим, чтобы понять уровень, 250 команд из 50 стран. В частности, в прошлом году ваш покорный слуга выиграл. Многие не верят, что пила способна на это. Ну, вот сейчас буквально короткая 10-минутная презентация. Я постараюсь рассказать вам, ну, немножечко такую небольшую аллегорию о том, что такое лично для меня вишневый сад Возрождения. Yeah.